Всем привет! Лежали у меня вот такие вот кристаллы довольно-таки долго. Я все думала, что с ними можно сделать, и я их раздробила. У кого есть ложка и блюдце, те смогут это сделать так же, как и я. После того, как я их раздробила, я смешала с базой. Для дизайна буду использовать пластиночку Born Pretty номер 16 и рисуночек наношу на край чипсы. Вот такой краешек у нас получился. И теперь кажется, которая у меня получилась, я делаю ночное небо. То есть она объемная, она все равно получилась крупная, но ее все равно можно нанести и перекрыть топом, она не будет выпирать. После того, как я ее нанесла чуть выше рисунка, беру тонкую кисть номер 3 и уже ей распределяю ближе к деревцу и всему остальному. И пририсовываю этой кашицей все свободное пространство от стемпинга. И также верхнюю часть как бы вытягиваю по чуть-чуть. За счет кристалликов вы, получается, делаете мини-градиент, на нет сводите. Если у вас есть какой-то пигмент светящийся, то будет вам намного проще и не надо будет делать выравнивание никакое. У вас и так замечательно все получится. Отправляю в лампу. Вы сначала можете все это перекрыть базой, а потом топом. Ну, я сразу, так как на типсе, я сразу перекрою топом. Переворачиваю типсу для того, чтобы выровнялся топ. Проверяю, все ли нормально, и отправляю в лампу. Делается дизайн очень легко и быстро, а смотрится очень оригинально, особенно вечером. Также, если попадаются какие-то крупные частички, вы можете пройтись их бафом, а потом перекрыть топом. Спасибо вам за просмотр, спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых и здоровых вам ноготочков. Пока-пока.